стадион Фишт. Здесь пройдет матч третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России по футболу. Сочи против ЦСКА. Милкадзе возвращает пас и момент! Штанга! Одного из защитников Кенфеева. Но вот уже момент у ЦСКА. Гаич! Вот стоило только, когда Милкадзе был с мячом, Силвейра ускориться. Он тут же пас получил. Возврат мяча. Внимание, Редно пробивает с левой ноги. Внимание, обратно возвращает Бурмистров. И шанс у Медведева. Кенфеев тащит. Много за кого играл в премьер-лиге, но не за ЦСКА. Удар издали. Еще один шанс. И нет гола. Выковырили мяч из пустых ворот армейцы. Удачно выбить. Навес на Чалова. И он в касание бьет. Да, вот он свисток. Ничья. И серия пенальти. Чалов все свои 4 в чемпионате реализовал. И не забил здесь. Гойло. Юсупов 1-0. Не угадал Никита. Направление удара. Разбег с линии штрафной. И тащит Игорь. Вау. 1-1 в серии. Он забивает. Слушайте, ну... защитника бразильского, который пробивает Акинфеева. На Бабкин. Четко в угол. И Акинфеев опять угадывает направление удара. Левоногий игрок бьет по центру. И судьба трофея решается. Удар в самую девятку от Крамарича. Вот он удар, и гол тащит. То ли рукой, то ли ногой. Победу Сочи. Перекладина. Драма продолжается. По центру. Хлестка. Внимание. Удар. Акинфеев тащит. ЦСКА берет эту серию пенальти.